Вот кое-где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода, и оголились провода. Вдруг стала горькая еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Аркадий Паровозов! Саша летом в воскресенье день рождения отмечал. Телефон известной марки он в подарок получил. И во двор к ребятам Саша поскорее поспешил. И показывать скорее телефон ребятам стал. Чтоб о новом телефоне все узнали поскорей. Чтоб завидовали Саше все ребята во дворе. Но, к большому сожалению, кроме Сашиных друзей, нехорошие мальчишки находились во дворе. И увидели мальчишки новый Сашин телефон. И его они тотчас же отобрали у него. И от горя и обиды Саша громко зарыдал, но не вызвал никакого сожаления у них. Но Аркадий Паровозов пролетал над тем двором и услышал, как рыдает бедный Саша во дворе. И мальчишкам нехорошим Паровозов поскорей телефон обратно Саше посоветовал вернуть. И платочком Паровозов слезы Сашины утер, а затем сказал такие очень важные слова. Уважаемые Саши или Маши, например, или Паши, или Даши, или Глаши, например. Если вещи дорогие вдруг имеются у вас, никогда не доставайте их на улице, друзья. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать.